Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас в очередной раз на информационной площадке международного холдинга Евромедиа. Меня зовут Максим Федоров. Я модератор сегодняшней онлайн-конференции, и называется она «100 лет с момента образования Дагестанской АССР. Взятые высоты и новые горизонты». О том, что уже исполнился век с момента образования Дагестанской АССР, говорится на протяжении уже нескольких недель. Эта тема стала важным информационным поводом на информационном поле не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. И мы намерены подкрепить интерес к этой теме, в том числе и сегодняшней дискуссии. И вот вопросы, которые мы запланировали сегодня обсудить. Первый. Место и роль Дагестана в общественно-политической, социально-экономической, научной, культурной жизни России 100 лет назад и сегодня. Стратегия развития Дагестана на современном этапе, инвестиционные проекты, государственные программы, цель которых – повышение уровня благосостояния населения республики. Эффективность реализации на территории Дагестана национальных проектов. Раскрытие туристического потенциала. Приоритеты национальной политики и многие другие. Наверняка наши сегодняшние спикеры еще будут говорить о том, что 20 января в Махачкале прошло торжественное собрание, посвященное столетию образования Дагестанской АССР. Тем не менее, буквально в нескольких словах скажу, о чем шла речь. Так вот, на этом торжественном собрании присутствовали большое количество статусных гостей, среди них заместитель руководителя администрации президента России Магомед Салам Магомедов, депутаты Государственной России, Думы России, депутаты Народного собрания Дагестана. Звучало очень много важных слов, которые лишний раз подтверждают роль и место Дагестана в истории нашей страны. В частности, Магомед Салам Магомедов подчеркнул, отмечая значимость, свое уважение, любовь к дагестанскому народу, поздравления по этому поводу направил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Еще одно поздравление прислал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Цитата из его телеграммы. «У Дагестана богатая история и культура. Многонациональный регион России прославлен народными мастерами, известными спортсменами, привлекает красотой природы и гостеприимством, решая задачи социально-экономического развития, улучшения качества жизни и обеспечения безопасности. Республика укрепляет свой потенциал, наращивает возможности для повышения благосостояния наших граждан». Разумеется, большую роль сыграло и выступление на этом собрании временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова. Его цитата. «Перед нами через 100 лет после образования Дагестанской АССР стоят задачи, которые являются продолжением заложенных тогда традиций. В то же время юбилей открывает и новые перспективы, достичь которых мы сможем только трудом, целеустремленностью, преданностью, патриотизмом». Но следует отметить, что этим торжественным собранием мероприятия, приуроченные к столетнему юбилею Дагестана, разумеется, не ограничиваются. Например, в марте состоятся Дни Дагестана в Совете Федерации. И, насколько известно, в числе запланированных мероприятий и заседания профильных комитетов Верхней Палаты Парламента с участием дагестанской делегации, и встречи с топ-менеджерами крупных компаний, фондов, в том числе Российского фонда прямых инвестиций. То есть будет совмещена и деловая, и культурная, и другие программы. Таким образом, можно сделать вывод, что тема празднования столетия Дагестана будет оставаться актуальной для Северного Кавказа еще на протяжении длительного времени. Но сейчас я предлагаю перейти непосредственно к нашей дискуссии, и я представлю наших спикеров. Анатолий Шамсутдинович Карибов, заместитель председателя правительства Республики Дагестан. Сергей Александрович Семенов, руководитель аналитического центра международного холдинга Евромедиа.
Джангиши Абдурахманович Гадисов, редактор отдела газеты «Дагестанская правда». Джавгарат Абдурахманова Кайтмазова, представитель администрации Хунзакского района. Музакир Шахзаидович Шахсаидов, директор компании Global M. Мадинат Муталимовна Юсупова, заместитель директора Махачкалинского промышленно-экономического колледжа. Саид Жагидиевич Рамазанов, заместитель генерального директора АУ «Аэропорт Махачкала». Заида Мусалаевна Абдулманафова, заместитель начальника управления культуры администрации города Махачкалы. Магомед Расул Магомедович Магомед Расулов, директор Аварского музыкально-драматического театра имени Цадасы. Анна Олеговна Наумова, представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства на Северном Кавказе. Кантемир Алексеевич Давыдов, генеральный директор Межрегионального центра общественных инициатив «Северный Кавказ». И еще целый ряд спикеров, которые, как мы рассчитываем, подключатся к нашей дискуссии в течение эфира. Сейчас я предлагаю начать и предоставляю слово Анатолию Шамсудиновичу Карибову. Напомню, он является заместителем председателя правительства Республики Дагестан. И тема его выступления – место и роль Дагестана в общественно-политической, социально-экономической, научной, культурной жизни России 100 лет назад и сегодня. Уважаемый Анатолий Шамсудинович, здравствуйте. Добрый день, Максим. Вам слово. Слышно меня, да? Да, мы вас слушаем. Да, добрый день, уважаемые друзья, коллеги. 20 января 1921 года законодательно было утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР. С установлением советской власти открылись новые страницы в истории республики. В недавнем прошлом окраина Российской империи стала успешно развиваться, переходя от кустарных мастерских к промышленным предприятиям, от крестьянских хозяйств к агропромышленным объединениям, от безграмотности к просвещению. По всей стране дагестанцы восстанавливали, значит, вместе со всей страной восстанавливали разрушенное в гражданскую войну народное хозяйство. Труд инженеров, врачей, научно-педагогических, административных кадров преобразил горный край. За первые два десятилетия существования Дагестанской АССР перешла на новую ступень экономического развития от аграрного уклада к аграрно-индустриальному. Что следует отметить? Начали строиться, значит, строили заводы, электростанции, заработал ряд крупных предприятий: ДАК-ЗЭТ, ДАК-Дизель, ДАК-Электромаш заводы. Были введены в эксплуатацию крупнейшие на Северном Кавказе Черкесская, также Ирганайская, далее Мятлинская ГЭС. Общий объем промышленного производства вырос почти в 300 раз. Определенные успехи, конечно, были достигнуты и в сельском хозяйстве. Это в первую очередь развивались такие направления, как животноводство, виноделие, добыча, переработка рыбы, выращивание плодов, овощей. Республика производила 40% всего винограда, который выращивался в стране. Конечно, много сил было вложено в строительство школ, средних, высших профессиональных учебных заведений. Большая поддержка была оказана при создании Дагестанского научного центра, его подразделений. За прошедшие 100 лет в Дагестане сложился как достаточно крупный в демографическом, экономическом, культурном отношении субъект Российской Федерации. И Дагестан – это южный регион Российской Федерации. Мы граничим с Ставропольским краем, Калмыкии, Чеченской республики, ну и 5 границ у нас с зарубежными государствами, в том числе 3 на море. Через территорию Дагестана проходят международные транспортные коридоры запад-восток, север-юг, включающие важнейшие магистрали, связывающие территорию в единое транспортно-экономическое пространство. Что еще хочу сказать, что наша республика занимает 40-е место Российской Федерации по мощности электростанций, 48-е по производству электроэнергии. На долю, значит, республики приходится 20% общероссийского производства коньяка. Вот. Ну и некоторые другие экономические показатели. Строятся новые школы, детские сады
И, значит, несмотря на объективные трудности, которые были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, практически не прекращались деятельности важнейших служб, ключевых отраслей. И сегодня валовый региональный продукт республики по оценке, значит, за 2020 год составил более 680 миллиардов рублей. По объему, значит, валового регионального продукта мы занимаем второе место на Северном Кавказе. Что еще хотелось бы добавить, что в структуре ВРП республики доля сельского хозяйства составляет почти 18%. Это значительно выше, чем средний показатель по стране. И по целой группе показателей агропромышленного комплекса Дагестан занимает лидирующие позиции не только в Северокавказском федеральном округе, но и в целом по России. У нас стабильно росла урожайность по всем основным видам продукции, растениеводства, пшеницы, рису, овощам, плодам, ягодам. Значит, далее, значит, республика сохраняет уверенные позиции по производству мясной продукции. Следует отметить, что в 2020 году добыча рыбы выросла более чем в два раза, вдвое. Это лучший показатель республики за последние 20 лет. Но планируется создание, развитие новых высокотехнологичных производств, в том числе загрузка предприятий оборонно-промышленного комплекса, интегрирование в российские госкорпорации и, значит, предприятия других регионов России. Также, значит, актуально направлением является развитие экспортного потенциала республики. В настоящее время наиболее востребованы экспорт продукции АПК, в том числе мяса баранины и риса, а также экспорт стекла и изделий из него. Ну, приоритетными направлениями для дагестанской экономики является и формирование современного туристско-коррекционного комплекса. Следует отметить, что за последние годы ежегодно, несмотря даже вот на период пандемии, растет, значит, количество туристов, приезжающих в Дагестан. И есть туристские направления, которые очень популярны в Российской Федерации, у многочисленных наших гостей. Это древний Дербент, конечно, в первую очередь, Гунип, Кубачи, Кадарская теснина, Шалбузда, Каскад ГЭС, значит, сам Сулакский каньон. Это, значит, за последние годы это стало одно из самых популярных мест. Ну, есть и другие. Бархан Сарукум, Национальный парк Самурский и многие другие. И в этой сфере, значит, есть некоторые подвижки. И я думаю, что участие в федеральных программах, ну и привлечение, значит, бизнеса здесь позволит нам, значит, в этом направлении вывести нашу экономику на новые позиции. Я думаю, также надо сказать, что у нас создано 7 индустриальных парков, работа эта продолжается, и принимаемые меры по увеличению доходной базы позволили нам увеличить собственные доходы республиканского бюджета. Так вот, по 2020 году налоговые и неналоговые доходы выросли на 6,3% и составили 46,4 миллиарда рублей. Конечно, дальнейшая эта наша работа должна быть направлена на снижение уровня дотационности региона. Это у нас один из важнейших вопросов, который стоит перед нами на ближайшие перспективы. Ну и у нас, значит, за последние годы значительно увеличилось финансирование, значит, строительство школ, детских садов, ясель, больниц, других социальных объектов. Вот. Конечно, значит, немаловажное значение имеет для республики, значит, то, что мы, значит, развитие, в том числе Махачкалинско-Каспийской агломерации, города Дербента, как объекта культурного всемирного наследия ЮНЕСКО, а также горных территорий. Важнейшим фактором развития, значит, экономики – это, значит, участие нас практически во всех национальных проектах. И вот это действительно, еще раз, значит, повторяю, что 2020 год был довольно сложный, связанный вот с вопросами пандемии, значит, борьбы с ней. Но, несмотря на это, по всем национальным проектам работа, значит, шла, не останавливаясь, и, значит, достигла определенные результаты.
рост инвестиций, динамика занятости, повышение производительности труда, развитие внешнеэкономической деятельности, о чем мы, значит, я отметил, внедрение, конечно, цифровизации, все это элементы достижения наших национальных целей развития. И вот полагаю, что эти ориентиры должны обеспечить достижение экономического дальнейшего роста, формирование нашей конкурентоспособности, эффективное развитие всего человеческого капитала. Вот коротко у меня все, Максим. Анатолий Шамсутдинович, большое спасибо. Я вернусь к началу конференции. Я сказал о том, что решением Сергея Алимовича Меликова 2021 год был объявлен годом столетия Дагестанской АССР. И мы сейчас наблюдаем, на мой взгляд, повышенное внимание к республике и со стороны окружных, и федеральных властей, и иностранных представителей. Согласны ли вы с мнением о том, что республика сейчас действительно находится на особом счету у федерации, и в совокупности все предпринимаемые меры позволят произвести перезагрузку социально-экономического развития республики и добиться тех целевых показателей, о которых сейчас много говорится? Да, уважаемый Максим Викторович, я полностью согласен. Мы недавно были в Совете Федерации. Как вы сказали, готовятся Дни Дагестана в Совете Федерации с 1 по 3 марта. Идет большая подготовка. Будем мы обсуждать наши вопросы в 5 комитетах Совета Федерации, 9 вопросов. Ну и, соответственно, 3 числа на пленарном заседании вместе с членами Совета Федерации и службами всеми готовим документы, которые позволят нам акцентировать внимание на те вопросы, которые мы полагаем несколько нас, значит, задерживают наше развитие. И мы видим внимание членов Совета Федерации, руководства Совета Федерации. Вот мы, наши коллеги, сегодня, мы практически этот месяц все вопросы, значит, отрабатываем. Там будет и встречи, как вы сказали, с разного, значит, разными структурами экономическими. И мы все это будем доводить, конечно, до наших граждан. Ну, мы и в федеральной повестке, конечно, эти вопросы будут освещены. Но в первую очередь, чтобы наши люди видели, знали, значит, какие вопросы мы в первую очередь там, значит, презентуем. Вопросы все крайне важные для развития. И я некоторые в общих чертах как бы сказал, но это и обводные дороги, которые, ну, как бы вот уже не позволяют нам развиваться нормально. И вопросы Дербента, и вопросы водоснабжения и водоотведения. Много проблем с этим связано, и неуютство, неудобство наших граждан. Да, да и, значит, время пришло, туристический регион должен развиваться с учетом вот в первую очередь этих позиций. И мы изучали многие туристские регионы, я завершаю, да, скажем, Турцию. Они начинают все, значит, свои экскурсии для специалистов по туризму, вот с заводов по очистке разных там вод и так далее, и так далее. То есть это первично. Побережье должно быть чистое, должно быть привлекательное. То есть чтобы у людей было прекрасное впечатление. А так все остальные позиции. Конечно, нужны объекты размещения. Их не хватает в Дагестане. Ну и другие вопросы развития сельского хозяйства. Большое внимание, и, значит, наши коллеги, соседи, значит, к нашим продуктам сельского хозяйства. Ну а Дербент – это программа, которая идет, значит, в Дербенте. Она тоже будет докладываться Совету Федерации, и как бы по ней тоже будет принято соответствующее решение. Мы вопросы из здравоохранения выносим. Есть проблемы с развитием скорой медицинской помощи. Мы несколько отстаем от других регионов и хотим использовать вот эту возможность, чтобы и нам, значит, вывести и эту часть медицинской службы на современный уровень. Вот, Максим Викторович, вот так где-то. Еще раз огромное спасибо за то, что нашли время принять участие в нашей конференции. Вся наша команда желает команде во главе с Сергеем Алимовичем реализовать все те планы, которые намечены, ну и чтобы второй век развития Дагестана был еще более мощным и успешным. Огромное спасибо. Будем рады вас видеть. Будем на связи. Спасибо, Максим Викторович. Спасибо большое. Спасибо огромное, коллеги. А мы продолжаем.
Журнал «Вестник Северный Кавказ», который является ключевой площадкой с точки зрения освещения проблематики СКФО, на протяжении всех этих лет мониторит ситуацию в различных сферах развития макрорегиона, в том числе и инвестиционную составляющую, и, как показывают исследования, из всех субъектов СКФО Дагестан стабильно по объемам инвестиций занимает второе место. Сейчас у нас будет возможность в этом еще раз убедиться. Мой коллега, руководитель аналитического центра холдинга Евромедиа Сергей Семенов, подготовил топ-20 крупнейших инвестпроектов Дагестана. Разумеется, что на самом деле инвестиционный портфель региона гораздо больше, но мы решили посмотреть на самые крупные и перспективные проекты. И Сергей сейчас о них расскажет. Пожалуйста. Спасибо, Максим. Да, вот как совершенно справедливо заметил уважаемый Анатолий Шамсудинович, в первые же годы существования Дагестана как отдельного субъекта страны были сделаны значительные инвестиции в его развитие, а в первую очередь, конечно, были использованы те факторы природные, географические, демографические, которые сегодня являются преимуществами региона. Но в первую очередь это, конечно же, в сфере сельского хозяйства, да, то есть это хороший климат, это, в общем-то, традиции сельского хозяйства. Для горцев это является таким делом уважаемым, почетным. И в первые же годы, там в 20-е, в 30-е, значительные были сделаны инвестиции в развитие как овощных культур, так и плодовых, косточковых. Как верно было сказано, сразу же практически Дагестан выбился в лидеры по производству винограда. Ну и, конечно, не стоит забывать, что Дагестан занимает такое стратегическое положение. Транспортные коридоры здесь – это один из таких важнейших регионов прикаспийских. И, ну, если уж так глобально брать, то через Дагестан проходят транспортные артерии, соединяющие Европу и Азию, по большому счету. Да? Ну и третий такой большой блок инвестиций, блок развития – это промышленность. Да? Я вот так и для себя выделил три китайно-инвестиционные повестки Республики Дагестан. В общем-то, с советских времен продолжаются эти традиции, три таких больших блока, а пока промышленность и транспорт. Сейчас, опираясь на то, что было сделано в предыдущие 100 лет, здесь именно эти блоки, в общем-то, могут похвастаться наибольшей капиталоемкостью в инвестиционном плане. То есть здесь наиболее крупные, наиболее денежные проекты развиваются, здесь есть устойчивый интерес инвесторов и здесь есть возможности, да, то есть научные, транспортные, географические и демографические. Ну, то есть сейчас довольно-таки высок интерес, например, да, вот если брать агропромышленный комплекс, очень большой интерес у каких-то крупных федеральных структур. Здесь они открывают производства свои. Есть и свои какие-то крупные компании, тоже вот как было сказано, в плане коньяка, вин, в том числе игристых, да, то есть здесь есть вот такие проекты, которые уже не какие-то кустарные, например, те же теплицы огромные здесь появляются, либо сейчас находятся в какой-то инвестиционной стадии. И вот таким образом, конечно, довольно-таки динамично развивается в плане инвестиций. Промышленность, да, то есть это еще известно с советских времен кластеры, это нефтеперерабатывающая промышленность, это высокие технологии, да, и третий момент – это транспорт, то есть здесь в первую очередь какие-то транспортные узлы, это федеральная трасса «Кавказ», которая поэтапно сейчас проводится ее модернизация, крупный проект, это проекты, здесь коллеги присутствуют, насколько я понимаю, Бахачкалийский аэропорт, ну и сразу несколько крупных проектов реализуется в той или иной стадии в Бахачкалинском порту, да, наш крупнейший порт
на Каспийском море тоже активно развивается, в том числе с прицелом, как нам было сказано, на какие-то экспортные проекты. Действительно, мы сделали такой мониторинг крупнейших проектов, которые за последние 5 лет велась реализация этих проектов на территории Дагестана. То есть здесь как раз-таки вот отряда инвестиционная, ну и плюс, наверное, туризм, который пока еще не настолько капиталоемкий, насколько есть здесь потенциал. Да? То есть проекты есть, но опять-таки, наверное, не очень большие. Мы здесь как старались взять самые большие проекты с величиной инвестиций от 500 миллионов рублей. Ну, в общем-то, более подробно можно будет ознакомиться с этим перечнем в ближайшем номере журнала «Вестник Северный Кавказ». Остановлюсь более подробно на 5 крупнейших проектах. Да? То есть сейчас уже ведутся активные переговоры по созданию одного из крупнейших на Северном Кавказе тепличных комплексов. Это федеральная структура, экокультура называется. Она сейчас заинтересована в создании такого крупного производства тепличных овощей. Далее, здесь проекты организации текстильного производства. Важное очень продолжение, опять же, то, что упоминалось сегодня, проектов по генерации, да, это Гацатлинская ГЭС. Ну и опять-таки то, что известно, да, производство стекла, 4-й проект. И 5-е, чуть менее большой по объему, тепличный комплекс, который уже сейчас функционирует, насколько мы понимаем. Более подробно, опять-таки, прорекламирую в ближайшем номере. Мы проанализируем инвестпотенциал и крупнейшие инвестпроекты Дагестана, которые были реализованы за последние, ну, находились в стадии реализации за последние 5 лет. Вот. Собственно говоря, подытоживая, можно сказать, что действительно Дагестан – это очень такая территория, в которой очень сильно заинтересованы инвесторы, и действительно она привлекательна в плане того, что даже вот прошедший год, который был скомкан из-за пандемии, были определенные экономические трудности, можно говорить, что, в общем-то, инвестиционная активность на территории республики ну, практически никак не пострадала. То есть те проекты, которые были заявлены, которые находились уже в стадии реализации, они проходили без задержек. И, в общем-то, очень высок прогноз в плане того, что они будут все-таки реализованы и пополнят ту самую налогооблагаемую базу, о которой Анатолий Шамсутдинович тоже упомянул. Спасибо, Сергей. Действительно, остается дождаться выхода ближайшего номера журнала «Вестник Северный Кавказ», чтобы познакомиться и с презентованными инвестпроектами, и рядом других материалов из блока, посвященного 100-летию Дагестана, в том числе при помощи спикеров, которые участвуют в нашей сегодняшней конференции, которая выступит чуть позже. А сейчас я хотел бы предоставить слово еще одному нашему коллеге-журналисту Джангиши Абдурахмановичу Гадисову. Он является редактором отдела газеты «Дагестанская правда». Для нас важно, то есть с подачи Анатолия Шамсутдиновича мы уже начали обсуждать сегодняшнюю повестку Дагестана. Сергей рассказал об инвестициях. Почему именно еще один журналист? Потому что именно журналисты сегодня формируют ту информационную, точнее, отрабатывают ту информационную повестку, которая существует в Дагестане. И нам, поскольку Джангиши живет и работает в Дагестане, и кто, как не он, может дать объективную оценку тому, какие проблемы сейчас находятся на повестке дня республики, как они отрабатываются властями, как реагируют на это население. То есть, а учитывая, что Джангиши возглавляет отдел экономики, то есть он еще и, я думаю, продолжит и разовьет те тезисы, которые затронул мой коллега Сергей Семенов. Джангиши, здравствуйте.
Я извиняюсь, не включил фразу. Да, да, вот теперь я вас слышу. Добрый день. Добрый день. Да, вам слово. И мое вступление вы слышали, да? Да, да. Да, пожалуйста, вам слово. Ну, как бы, кстати, продолжить вот предыдущее выступление. Действительно, в Дагестане достаточно, как наш докладчик сказал, вот, представлена промышленность, АПК и другие, да, вот, отрасля. И, естественно, это без, так скажем, без должного освещения, как бы вся эта деятельность была бы незаметна. Что бы я хотел сказать по непосредственно повестке, да? То есть я говорю, что, конечно, это экономический вопрос. Прежде всего, я как экономист, мне это ближе. Ну, конечно, на экономике все не замыкается. Прежде всего, хотел бы сказать, что Дагестан обладает достаточно разветвленной, развитой, скажем, структурой СМИ. Это десятки газет, десятки СМИ. То есть не все, может быть, газеты, но в частности муниципальные. Каждый муниципальный, как бы, каждый муниципалитет имеет свою газету. Вот есть целый ряд государственных СМИ. Это информационное агентство «Дагестан». Есть достаточно развитый ресурс правительства, главы, который выдает всегда актуальные новости. Есть молодежь Дагестана. Ну, это что касается государственной. В то же время есть достаточно развитый, известные, я думаю, не только в Дагестане и по Северному Кавказу, даже по стране, такие частные, скажем, не государственные издания, как «Черновик», «Новое дело», вот недавно у нас как бы заработал достаточно активно, вот РИА, «Дербент», да, такой есть. То есть я этим хочу сказать, что СМИ представлено хорошо. Ну, помимо того, вот, скажем, у нас особенность наша, да, как бы это этнокультурные наши особенности Дагестана в том, что каждый этнос имеет, ну, не каждый, но, скажем, ведущие там титульные этносы и даже небольшие имеют свои издания на национальном языке. И все это многообразие СМИ, конечно же, ну, скажем, придает этому процессу, ну, скажем, богатство, я не знаю. То есть это все, что происходит в республике, достаточно живо освещается, да, обсуждается с населением и так далее. Что бы я хотел сказать еще? Ну, а что касается непосредственно повестки, конечно, последний, скажем, год, это прежде всего коронавирус, он внес там, скажем, коррективы в нашу работу. Мы работали на удаленке, многие издания. Ну, работали там, скажем, с пресс-службами больше, может, больше были изолированы, но сейчас это тоже как бы уходит в прошлое, мы уже работаем, можно сказать, в формате обычном. И что касается повестки, конечно, это политические вопросы, это, ну, скажем, те решения, которые принимаются в правительстве, обсуждается в Народном собрании, законодательные, там, скажем, инициативы. И все это, прежде всего, конечно, через госми доносится до населения. Ну и обсуждается и комментируется в независимых изданиях. Конечно же, экономика тоже для Дагестана является, ну, определяющим моментом запросов, да, населения. То есть понятно, что, вот, скажем, последние десятилетия, ну, для Дагестана это не были лучшие годы, и по многим параметрам в экономическом плане у нас как бы произошли спад, да, у нас спад. То есть некогда развитая промышленность, АПК, они фактически в настоящем переживают не лучшие времена, так скажем. И интерес к тому, что делается, что предпринимается правительством, какие идут на это средства, какие, допустим, принимаются решения, проекты, конечно же, вызывает интерес у читателей. И они
этого плана материала, конечно же, востребованы, да, то есть это предмет обсуждения. Также вот, что бы хотел сказать, может быть, особенность того издания, в котором я работаю, это газета «Дагестанская правда». Кстати, в прошлом году отмечала тоже юбилей 100 лет. То есть мы почти что ровесники вообще автономии Дагестана. То есть старое издание, и мы в настоящем, можно сказать, выжили и, можно сказать, работаем фактически в том же формате, что и, ну, скажем, 30-40 лет назад. Единственное, что, может быть, тиражи у нас упали, но они компенсируются теперь интернет-ресурсом нашим. Эта газета уникальна тем, что она выходит ежедневно. То есть 4 раза, было изначально, там, скажем, 5 выпусков в неделю, теперь мы выходим 4 раза. И, насколько я знаю, таких изданий немного на Северном Кавказе, ну, в частности. Вот, ну, в настоящем также цифровизация на нас, конечно, отразилась. Сейчас идет трансформация вообще СМИ, и мы живо, активно участвуем, ну, скажем, перенастройки, то есть мы более стали мобильные, мы работаем в сетях, в аккаунтах у нас есть в сетях. Что хотел бы по этому поводу сказать, что особенность подбора этой тематики, повестки во многом определяет то, что происходит в сетях, то есть что публикуют люди, что обсуждают, зачастую такой как бы идет переток этой информации. Обычно мы, получая, просматривая, ну, какие-то обсуждаются моменты, мы об этом делаем публикации, берем комментарии в правительстве, в соответствующих органах, и вот такой вот обмен у нас идет. Джангиши, вы сказали вначале о том, что в Дагестане существует большое количество СМИ самого разного плана. И я думаю, что эти СМИ подробно и в большинстве своем объективно освещают события в республике. А как бы вы оценили активность федеральных СМИ в плане отработки информационной повестки Дагестана? И всегда ли федеральные коллеги объективны в рассказе о том, что происходит в вашем регионе? Потому что все-таки федеральные СМИ могут в большей степени влиять на общественное мнение относительно той или иной территории. Можно сказать, наверняка перелом в отношении федеральных СМИ у нас произошел, может быть, с приходом Рамазана Абдулатипова. То есть это, с этого момента стали больше уделять нашему региону внимание. И вот эта тенденция, скажем, с тех времен только усиливается. То есть сегодня, можно сказать, это тренд как бы вошел в полную силу. Это связано прежде всего с тем, что к нам в республику приезжают федеральные чиновники. И, естественно, их визиты, их вот работа здесь уже на местах, она отражается в публикациях на федеральном уровне тоже. Что касается буквально характера освещения федеральными СМИ нашей республики, тоже можно сказать, что некогда было, скажем, только позитив говорился о Дагестане, и это вот тиражировалось страшной силой, и было, конечно, не объективно. Сегодня вот эта картина поменялась. Прежде всего, по туризму начали говорить, то есть много стало выходить позитивных, объективных, скажем. Ну что, не знаю. Вы не слышали меня, да? Нет, собственно, кроме последней фразы, да, мы все услышали. Собственно, спасибо большое, Джангиши. Нам было очень важно узнать мнение коллег-журналистов, которые работают в республике, ну и, если можно так выразиться, сверить часы. Спасибо огромное. Спасибо.
Дагестан – одна из крупнейших, точнее, крупнейшая республика на Кавказе и один из крупных регионов в России. В состав региона входит более 40 муниципалитетов. Понятно, что нам важно не только иметь картину в целом, о чем рассказал зампред правительства, но и выяснить детали, собственно, поскольку из деталей составляется общая картина. И я надеюсь, что мне в этом поможет Джавгарат Абдурахманова-Кайтмазова на примере Хунзахского района. Джавгарат, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим Викторович. Здравствуйте, участники видеоконференции. Расскажите, пожалуйста, чем живет район? Насколько он находится в тренде тех событий, о которых рассказывал Анатолий Шамсудинович? Да, спасибо, Максим Викторович. Как уже сказал Анатолий Шамсудинович, действительно, за последние столетия Дагестан из аграрной территории со слаборазвитой промышленностью превратился в аграрно-индустриальную республику, где были созданы сотни новых заводов, фабрик, школ, театров, библиотек и домов культуры. Конечно, успехи были достигнуты во многом благодаря русской интеллигенции, это нужно отметить. Безусловно, большая роль принадлежит представителям и нашего дагестанского народа, и весомый вклад в становление и развитие республики, помимо других народов, внесли жители Хунзахского района. Хунзах подарил многих ученых, врачей, писателей, преподавателей, спортсменов и других профессионалов своего дела нашей республики и не только. В наши дни дагестанцы, независимо от национальности, религиозной или партийной принадлежности, объединились в совместной работе по возрождению Дагестана под руководством уже врио главы республики Сергея Алимовича Меликова. Сплоченность наша проверилась и новой реальностью. Да, мы не были готовы к такому повороту инфекционной блокады Дагестана, но все мы смогли сосредоточиться, оценить сложившуюся ситуацию, и командная работа всех структур смогла победить волну коронавирусной инфекции. Хунзахскому району всегда есть, было чем гордиться как в историческом, экономическом, так и в культурном и социальном плане. Это настоящая сокровищница Дагестана с огромным туристическим потенциалом и возможностями экономического развития. У нас проводилась значительная работа по строительству социальных объектов, подведению инфраструктуры. Ведется целенаправленная работа с целью привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику района. Одной из основных задач, стоящих перед администрацией в последние годы, является наращивание участия в государственных программах Республики Дагестан и Российской Федерации. И в 2020 году район участвовал почти в 12 государственных программах. Общий объем финансирования составил более 320 миллионов рублей. Это и строительство дорог, строительство парков, значит, различные региональные проекты, такие как местные инициативы, развитие образования, 100 школ, проект «Точка роста» и программа развития культуры и другие. В этом году, как уже предыдущие спикеры уже сказали, пандемия действительно сыграла свою роль, и Россия, ну, это как бы послужило, скажем так, неким плюсом, наверное, для нас, для Хунзахского района, тем, что россияне открыли для себя совершенно новую территорию для отдыха, новый Дагестан, а в особенности Хунзахский район. Это изумительного, расскажу немножко про Хунзах, это изумительного вида плато, возвышающееся на высоте 2000 метров над уровнем моря и окруженное горными хребтами. Хунзахский район для гостей, отдыхающих, ценен тем, что относительно на маленькой территории можно увидеть большое количество природных культурных памятников, давно ставшими туристическими брендами. Это и водопад Тобот, известный, и каньон Цолотль, мемориальный комплекс Журавли, местность Матлас, Ханские ванны, Каменная чаша, Мучевское озеро. И вот уже несколько лет у нас проходит межрегиональный зимний фестиваль по ледолазанию на естественных водопадах Матлас. В летний период в районе функционируют новые направления экстремального туризма, такие как зиплайн, виаферрата, роуджампинг. И также развиваются такие направления, как пеший туризм, джипинг и конный туризм.
У нас действительно хорошо поставлена работа по сохранению и возрождению историко-культурного. У нас что-то со звуком, да? Да, я тоже так думаю, да. Коллеги, у нас возникли технические проблемы. Если они будут исправлены, мы вернемся к нашему спикеру. А пока продолжим. Я скажу, что при помощи предыдущих нескольких спикеров мы смогли составить общую картину того, что происходит в республике и с позиции власти, и с позиции СМИ. А сейчас я предложил бы рассмотреть по блокам развития Дагестана. Это инвестиции, экономика, образование, культура, разумеется, туризм. И начать я хотел бы с Саида Загидеевича Рамазанова, заместителя генерального директора аэропорта Махачкала. Саид Загидеевич, вы меня слышите? Саид Загидеевич. Хорошо, тогда я предоставлю. Саид Загидеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас на нашей онлайн-конференции. Мой коллега, руководитель аналитического центра, презентовал топ-20 крупнейших инвестпроектов Дагестана. Если вы видели и слышали это выступление, то, да, то в этой двадцатке аэропорт Махачкала занимает шестое место. Собственно, ваш аэропорт был и остается одной из визитных карточек республики. И, в принципе, по развитию вашего аэропорта можно судить и о развитии экономики Дагестана, и о развитии инфраструктуры, и о турпотоке. То есть на вас как бы замыкаются очень многие сферы жизнедеятельности. Ну и кроме всего прочего, коль скоро вы очень активно реализуете инвест-программу, то к вашему проекту внимания еще больше. Пожалуйста, расскажите, чем сейчас живет аэропорт, как он старается соответствовать духу времени для того, чтобы по-прежнему оставаться визитной карточкой Дагестана. Спасибо, Максим Викторович, за предоставленное слово. Действительно, аэропорт Махачкала сейчас один из основных инвесторов Республики Дагестан, который реализует достаточно много инвестиционных проектов у нас на территории. В первую очередь, это вот завершаемый в этом году проект по строительству международного терминала, который предполагается завершить к началу хаджа 2021 года, для того, чтобы паломники уже могли воспользоваться услугами нового терминала соответственно. Кроме того, это проведение ремонта сейчас планируется уже после того, как будет завершен введение эксплуатации терминала международных авиалиний, также терминал внутренних авиалиний и VIP-залы, они тоже планируются к ремонту, и чтобы обеспечить достойный прием пассажиров внутренних линий, соответственно, международных, то есть лиц, которые приходят в VIP-зал к нам, чтобы обслуживание нашего аэропорта было действительно на том уровне, которое требует современной реалии цивилизованного общества. Кроме того, очень серьезные планы и надеемся на поддержку правительства Российской Федерации и правительства Республики Дагестан по возобновлению и ускорению вопроса реконструкции, второго этапа реконструкции летного поля аэропорта Махачкала, который позволит нам принимать практически все типы воздушных судов и, соответственно, это же нам позволит кратно увеличить грузооборот, пассажиропоток. На сегодняшний день перед нами стоит задача как минимум прийти к тому результату, который был достигнут в 2019 году. Это 1 600 000 пассажиров, которые были обслужены в 2019 году. В связи с пандемией, к сожалению, у нас немножко снизился этот результат. Но сейчас у нас перед нами стоит достаточно серьезная задача именно как раз таки достигнуть эти же цели с учетом ввода в эксплуатацию нового терминала международных авиалиний, с учетом
развития внутреннего терминала, соответственно, других другой части инфраструктуры. Кроме того, очень серьезно нами рассматривается вопрос и привлечения дополнительных инвестиций в развитие грузооборота, строительство склада временного хранения для того, чтобы в международных авиалиниях, в международных перевозках было также не только пассажиропоток, но и грузооборот увеличен. Также стоит очень острый вопрос об увеличении региональных перевозок из аэропорта Махачкала. Сейчас уже с начала 2019 года у нас появились такие направления, как Уфа, с января 2021 года, соответственно, также возобновились соответствующие направления в Сочи, появилось направление Новосибирск. Мы эти увеличения направлений сейчас только поддерживаем и, соответственно, обращаемся в правительство для выделения субсидий по этим направлениям. Не только правительство Республики Дагестан, но и тех регионов, с которыми хотим связаться. Вот, например, сейчас с учетом выделенных субсидий, летнее расписание предполагается открытие таких рейсов, как Ставрополь-Махачкала, Махачкала-Ставрополь-Челябинск, Махачкала-Махачкала-Челябинск. Также очень остро стоит вопрос об увеличении количества рейсов в зарубежные страны. С учетом особенно ввода международного терминала, мы сейчас хотим его презентовать в той позиции, что уже он отвечает всем международным требованиям, и авиакомпании иностранных государств могут свободно осуществлять реализацию соответствующих направлений в нашу республику. Это ближайшее, которое вот уже планировалось 19-20 направление, это Баку, Азербайджан, Баку, Махачкала, соответственно. Также планируется развитие направлений Иран, Тегеран конкретно. Также планировалось развитие международных направлений в сторону, планировалось и Казахстан, дополнительные рейсы представить, также и Бишкек, Киргизия, соответственно, Грузию планировалось, если наладятся политические взаимоотношения, тоже открывать соответствующие рейсы. То есть на сегодняшний день инвестиции не прекращаются, постоянно идет открытие и развитие новых и новых планов. Стараемся быть в тренде, обеспечить развитие туристической составляющей республики развитием воздушных ворот, единственных воздушных ворот Дагестана. В принципе, это основные наши реальные ориентиры, которые мы планируем реализовать в 2021 и в следующих годах. Саид Загидиевич, коль скоро мы говорим об инвестициях, хотелось бы чуть расширить этот момент. По вашим ощущениям, инвестиционная привлекательность республики в целом растет, и по каким факторам можно об этом судить? Да, инвестиционная привлекательность растет действительно, и это факторы, говорящие о том, что к нам обращаются не только авиакомпании для увеличения соответствующих рейсов, но и предприниматели, которые готовы перевозить, в частности, грузы посредством аэропорта Махачкала, причем в различном направлении, сельскохозяйственные направления, там, это животноводство, соответственно, это и направления, связанные с лекарственным оборотом и другими соответствующими требованиями. То есть много пожеланий для развития там, перевозки, там, опасных грузов, имеется в виду те грузы, которые связаны там, с духи, какие-то другие там, соответствующие сферы деятельности, которые говорят о том, что очень много предпринимателей, которые видят то, что в Дагестане очень большой потенциал, реальный потенциал, который можно реализовывать, и реализация этого потенциала будет в том числе возможна, если будут налаженные пути логистики, воздушные пути сообщения, которые позволят доставить скоропортящиеся грузы, опасные грузы достаточно быстро и эффективно, скажем так, в Республике Дагестан, из Республики Дагестан. В прошлые годы эксперты отмечали, что имиджу Кавказа мешает такой негатив в информационной повестке, особенно на федеральном уровне. Сейчас все-таки негатива становится меньше, но тем не менее, вот по вашему мнению, для того, чтобы инвестиции в Кавказ и в частности в Дагестан шли более активно, стоит ли скорректировать информационную повестку? И если да, то какие темы в ней должны преобладать, чтобы все-таки потенциальные инвесторы, потенциальные туристы получали максимально объективную картину происходящего? Конечно же, да, это информационная составляющая очень важная, особенно для туризма, показывать тот потенциал Республики Дагестан,
туризме необходимо все больше и больше наращивать соответствующие туристические точки, пункты, которые у нас в Республике Дагестан существуют. Это очень важно. В частности, вот для Республики Дагестан один из инвестиционных проектов, который реализуется в аэропорту, это то, что у нас появились два вертолета туристического направленности, Airbus новой соответствующей модификации. То есть мы делаем все для того, чтобы туристы, в принципе, были заинтересованы представить им разнообразные услуги для различных категорий граждан. Это не только там обеспеченные лица, которые могут пользоваться, но и представить такую возможность всем соответствующим лицам. Поэтому с точки зрения информационной обеспеченности, естественно же, надо говорить об этих инвестиционных составляющих, потому что у нас есть возможность, есть желание проводить эти инвестиции. То, что в Дагестане очень много туристических площадок, которые недоступны просто из-за отсутствия каких-то элементарных там вопросов сервиса, и что инвестиции в это направление деятельности очень важны. Показывает Дагестан именно с хорошей стороны, и не только Дагестан, Северный Кавказ, что это не только вопросы, застаревшие вопросы, скажем так, там, терроризма или еще чего-то, или каких-то там жестких взаимоотношений между людьми, что это вопрос и широкой национальной кухни, и широких национальных традиций, что это вопрос тех ремесел, которые здесь развиваются. Большинство очень интересных моментов, которые действительно россияне не знают. Многие россияне при реальном общении думают, что Дагестан – это даже не часть России, а это какое-то там составляющая, не относящаяся к Российской Федерации. Поэтому, конечно же, информационно надо говорить о Дагестане как о том туристическом центре юга России, который способен на одном уровне со Ставропольским краем, Краснодарским краем реализовывать соответствующие услуги Российской Федерации внутреннего туризма. Саид Загидевич, огромное спасибо за участие в нашей конференции. Я желаю, чтобы ваш инвестпроект, который в том числе прозвучал и в нашем рейтинге, был реализован. Ну а от этого проекта вы перешли к новым и к новым начинаниям. Спасибо вам огромное. Будем рады видеть вас на нашей площадке снова. Спасибо вам, Сергей Викторович, и всем остальным участникам. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы продолжаем говорить об экономике. Предыдущие спикеры не раз употребляли термин «индустриализация Дагестана». У нас есть большой специалист в этой отрасли, Музакир Шахзаидович Шахзаидов, директор компании Global M. Музакир Шахзаидович, здравствуйте. Вы нас слышите? Микрофон включите, пожалуйста. Добрый день. День добрый. Ваше мнение, насколько сейчас актуальна для экономической повестки Дагестана тема индустриализации и по какому пути следует идти? Я знаю, что у вашей компании в этой теме большой опыт, и я думаю, что вы на конкретных примерах нам расскажете, как следует действовать для того, чтобы в том числе и достичь новых экономических показателей республики. Пожалуйста. Я хочу, во-первых, организаторов данного мероприятия поблагодарить за организацию этого. И действительно, индустриализация республики – это актуальная тема не только для Дагестана, но и для республик Северного Кавказа. И мы планировали в сентябре прошлого года, 2020 года, провести федеральный форум, посвященный индустриальным предприятиям, индустриальным паркам. Однако вот коронавирус и эти, значит, не позволило нам провести это мероприятие в Республике Дагестан. Значит, о чем я хочу сказать? Да, мы в 2017 году стали резидентами индустриального парка России. И данное мероприятие, вступление, получили то, что мы статус индустриального парка России, дали нам некоторые привилегии, преференции, льготы по налогообложению. Я считаю, что для дотационных республик выйти, для того, чтобы выйти из этой стадии дотационности, было бы хорошо на Северном Кавказе вот нам всем объединиться и такой создать
значит, Северокавказский индустриальный регион Республик Северного Кавказа объединить и провести мероприятие на территории одной из республик. Чем это связано? Вот многие, конечно, я извиняюсь, что, может быть, немного некорректно будет, но многие чиновники даже наших регионов не представляют, что предоставление льгот предприятиям позволяет им развиваться более быстро. И вот на одном только примере я приведу. Если, допустим, мы получили в 2017 году льготы по налогообложению, то если мы в 2017 году 5 резидентов индустриального парка «Фотон», который открыт на нашей территории, было оплачено 17,5 миллионов рублей налогов, то в 2019 году эти же 5 предприятий уже оплатили 30 миллионов. То есть льготы позволяют более быстро развивать промышленность предприятий. Поэтому, если бы вот мы наладили вот эти и запустили бы, получили бы наши предприятия статус индустриального парка, технопарка, то это дало бы более быстрое развитие промышленным предприятиям республики. Еще одно направление. К сожалению, вот у нас в республике, несмотря на то, что очень много институтов, ну, к примеру, у нас есть технологический университет, значит, университет, классический университет, Дагестанский государственный университет. Есть сельскохозяйственный образовательный центр. Ну, еще ряд других, в том числе педагогический университет, Институт народного хозяйства. Если бы мы вот объединили наши производственные предприятия, какое-то, значит, первые ростки появились, но, к сожалению, вот такого объединения, где мы могли бы те научные разработки, технологии, которые есть в вузах, реализовывать на территории своих предприятий, это тоже являлось бы стимулом для дальнейшего развития наших промышленных предприятий. К сожалению, вот это, несмотря на несколько попыток, которые мы предпринимали, вот и реализовать это, к сожалению, не удается. Если мы объединим науку, у нас есть Дагестанский научный центр, на базе него науку, образование и производство, то результаты в ближайшее время, наверное, у нас положительные результаты появятся. Хотелось бы еще один пример привести. Вот если мы возьмем российскую территорию, то на территории России более 30 предприятий получили льготы по налогообложению. Ну, к примеру, есть такое понятие упрощенная система налогообложения. Вот по доходам обычно в регионах порядка 6% платят налоги предприниматели, которые находятся на этой системе. Решением многих регионов, я уже говорил, более 30 регионов, в этих регионах доходная часть уменьшена до 1% налогообложения. Из республик, которые находятся недалеко, находятся на Северном Кавказе, такие республики, как Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика и Ставропольский край, ввели у себя вот такое льготное налогообложение. К сожалению, я хочу еще привести пример, что среди таких республик, несмотря на то, что у них развитая очень хорошая экономика и так далее,
Такие же льготы предоставляют таких регионов, как Татарстан, Ростовская область, Свердловская область. Но, к сожалению, у нас в Дагестане мы пытались, обращались, и пользуясь тем, что сегодня принимает участие и представитель правительства Республики Дагестан, Анатолий Шамсутдинович, мы обращались к руководству республики, чтобы нам были в прошлом году, это было, предоставили такие же льготы. И я еще раз уверяю наших руководителей, что если такие льготы будут предоставлены, во-первых, у предприятий многих возрастут объемы производства, несмотря на там, пандемию там, и другие проблемы. Это одно. Второе, многие представители, предприниматели малого бизнеса выйдут из тени и будут работать по белой схеме. Поэтому хотелось бы воспользоваться и не только доложить о том, что какие успехи у нас есть и так далее, но хотелось бы предпринять какие-то меры и обсуждать темы, которые позволили бы, способствовали бы дальнейшему росту экономики республики. В общем, есть очень много желаний, предложений. Я на этом, пожалуй, остановлюсь, что принятие льготных решений для промышленных предприятий. У нас очень много стремлений получить какие-то дотации. Но не все эти дотации, которые получаемы и которые осваиваются в промышленных предприятиях, дают эффект. А вот предоставление налоговых льгот – это будет более эффективное стимулирование, повышение экономики, производительности и так далее. Поэтому вот хотелось бы, чтобы вот эту тему по завершению, значит, пандемии под руководством Ассоциации индустриальных парков России мы провели у себя с привлечением представителей регионов Северо-Кавказского округа и обсудили эту тему уже более серьезно, более конкретно. Спасибо за внимание. Еще раз хочу выразить благодарность за предоставление возможности выступить. И я хочу заверить, что несмотря на то, что мы получили это предприятие, которое было признано банкротом решениями арбитражного суда 96-97 годов, у нас постоянно за 20 лет, которые вот я руковожу этим предприятием, из года в год наблюдается рост производительности, и практически ни одно помещение у нас, все помещения заняты, и на территории находится около 70 организаций, которые занимаются производством. Спасибо за внимание. Спасибо, Музакир Шахсаидович. Очень интересное содержание выступления, и, естественно, главная вот ценность в том, что вы не только констатируете факты, но и вносите конкретные предложения. И коль скоро наш издательский дом тесно взаимодействует с органами власти Дагестана, я думаю, что ваши предложения мы обязательно передадим в правительство республики. Ну а учитывая, что сегодня в конференции участвует Анатолий Шамсутдинович, я думаю, что коммуникации будет ускорен благодаря вот такому живому присутствию. Еще раз огромное вам спасибо. Я думаю, наши участники согласятся с тем, что эффективное развитие экономики во многом зависит и от кадров, в том числе от рабочих специальностей. К сожалению, за предыдущие годы в этом направлении было совершено очень много ошибок, сейчас приходится усиленно наверстывать упущенное,
не только на региональном, но и на федеральном уровне большое внимание уделяется возрождению рабочих специальностей. Все большее значение приобретают среднее специальное учебное заведение, поскольку, как теперь мы поняли, недостаточно подготовить большое количество экономистов и юристов, нужны и слесари, сантехники, ремонтники и так далее, причем желательно очень квалифицированные. И я думаю, что со мной согласится и разовьет этот тезис наш следующий спикер Рахмет Минитулаевич Исаев, заместитель директора Махачкалинского промышленно-экономического колледжа. Рахмет Минитулаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Максим Викторович. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Я хочу всех приветствовать. Членов нашей конференции. Здравствуйте, всем доброго, хорошего рабочего дня. Я работаю уже более 20 лет в промышленно-экономическом колледже заместителем директора, хотя у меня возраст у самого не такой большой, это относительно некоторых наших коллег, которые собрались сегодня на этой конференции. Ну, желаю всем здоровья. И хотелось бы рассказать о нашем колледже, да, что мы делаем в плане развития экономики нашей республики, экономики, промышленности. Наш колледж, он был основан в 1975 году. Он был основан на базе Дагестанского сельскохозяйственного колледжа. И ну, он как-то отпочковался оттуда. И в 1983 году наш колледж начал готовить уже непосредственно, он стал уже отдельным техникумом. У него появилась своя база. Наш адрес – это Акушинского, 88, город Махачкала. И две основные специальности изначально, которые готовили мы в нашем колледже, это гидромелиорация и механика. Мы готовили техников, гидротехников и техников-механиков. То есть наш колледж изначально назывался гидромелиоративным. И в тот период времени очень большая необходимость была в гидромелиорации, осушении территорий. Мы подготавливали, кроме этого, специалистов на гидроэлектростанции. Но сейчас с изменением вообще структуры у нас кардинально поменялись специальности в колледже. Сейчас мы готовим уже по другим направлениям, но все они являются в основе промышленными. Мы готовим в основном экономистов и бухгалтеров для промышленности. У нас есть специальности информационной системы и программирования, сетевое и системное администрирование, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин, земельно-имущественные отношения. И недавно, года 4 назад мы специальность добавили одну, это по просьбе разных организаций, это защита в чрезвычайных ситуациях. То есть мы готовим небольшое количество спасателей. У нас 25 человек в группе. Мы готовим для производства, для промышленности людей, которые в тех или иных ситуациях будут защищать вот эти организации, которые, ну, промышленные организации. Они тоже связаны все с промышленностью. И мы готовим специалистов среднего звена, то есть техников мы готовим. У нас, кроме этого, в колледже существует МФЦ. Это организация, которая готовит специалистов рабочего звена. И это у нас система уже, она отдельно идет. То есть у нас специальные курсы подготовки этих специалистов. Мы готовим там и поваров, мы готовим и специалистов, которые занимаются кондиционированием. Кроме этого, у нас есть договоренности по обучению водителей категории С, Д и так далее. Так что наш колледж максимально старается, чтобы наша республика, она продвигалась, и чтобы были специалисты, которые будут вот эту всю индустрию и экономику нашу стараться поднимать.
В целом, возвращаясь к первоначальному тезису, вы общаетесь с коллегами из других СУЗов. Ощущается в Дагестане общая тенденция к росту популярности рабочих специальностей среди молодежи? В действительности, да. Почему? Потому что вы же знаете, что хороший специалист, он как на вес золота. И всех детей, которые учатся у нас в колледже, на отлично, то есть реально детей, которые хотят овладеть своей профессией, этих детей уже многие организации заранее себе, как говорят, забивают для того, чтобы наши дети проходят производственную практику на разных организациях, связанную непосредственно с их профессиями, будь то и нефтяные организации, и газовые сферы, и информационные системы. И наши дети, которые прошли практику на этих организациях, если руководство видит, что они действительно являются хорошими студентами, хорошими специалистами, то они уже заранее оформляют с ними договора, что после окончания колледжа они будут работать у них в организации. Спасибо большое, Рахмет Минатулаевич. Желаем, чтобы ваш колледж и дальше пользовался популярностью среди молодежи, ну а дагестанской молодежи хочется пожелать, чтобы после окончания обучения они получали хорошую и высокооплачиваемую работу, тем более, что на рынке труда, я думаю, можно найти соответствующие вакансии. Еще раз спасибо. Спасибо. Я думаю, что на сегодняшней конференции мы не можем обойти стороной такой важный вопрос, как культурный код Дагестана. Я думаю, что оправданно говорить именно о культурном коде, потому что для определенных слоев населения, не только в России, но и за рубежом, Дагестан ассоциируется, может быть, даже не столько с экономикой, сколько именно с культурой, с богатейшей культурой Дагестана. И я хотел бы двух наших спикеров попросить рассказать именно о том, чем же богата культурная жизнь Дагестана, что учреждения культуры готовы предложить и соотечественникам, и иностранцам, и как благодаря именно культурной составляющей улучшается имидж Дагестана. Слово Заиде Мусалаевне Абдулманафовой, заместителю начальника управления культуры администрации Махачкалы. Добрый день. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на нашей конференции, и мы надеемся, что с вашей помощью мы узнаем, точнее, помимо к тому, что мы уже знаем, наш багаж знаний о культуре Дагестана и, в частности, Махачкалы пополнится новой информацией. Пожалуйста. Ну, я, честно говоря, не планировала сегодня выступать, и я расскажу, конечно, но мне хотелось бы более объемно, конечно, обо всем этом рассказать, о том, что мы проводим, как мы подходим к проведению всех мероприятий. Начну с того, что по состоянию на сегодняшний день, на 1 января 2021 года, сеть, значит, учреждений управление культуры представляет собой единый культурный комплекс, состоящий из централизованной библиотечной системы с 18 филиалами, центр традиционной культуры народов России с 7 филиалами, в том числе и в пригородных поселках. Это поселки Тарки, Новый Хушет, Ленинкент, Шамхал и Шамхал-Термен. Вот. Затем у нас функционирует музей истории города Махачкалы, который был создан к 160-летию города Махачкалы. Потом у нас есть парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции. Также в городе Махачкала функционируют 9 школ искусств, из них одна школа художественная. Вот.
Сеть, значит, все учреждения культуры у нас концентрированы неравномерно, в основном располагаются в центре города. И неравномерное распределение учреждений, их нехватка согласно нормативным показателям, делает невозможным проведение единой политики в городе Махачкала. Тем не менее, мы проводим все мероприятия, значит, комплексно и стараемся проводить во всех микрорайонах города эти мероприятия, чтобы все жители города, а также гости нашего города могли участвовать в этих мероприятиях. Развитие культурной среды в городе Махачкала направлено на формирование современной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих способностей горожан. Вот. Так как состояние культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений граждан, особенно детей и молодежи. Но, к сожалению, отсутствие комфорта в учреждениях культуры негативно влияет на показатели посещаемости учреждений, вносит дезорганизацию в досуговый процесс, создает условия для правонарушений со стороны подрастающего поколения. Вот. Опять-таки, исходя из нормативов, если нам, значит, необходимо функционирование на территории нашего города, а также учитывая, что это и столица нашей республики, должны функционировать 32 общедоступные библиотеки. По факту, значит, у нас функционирует 21. 29 учреждений культурно-досугового типа, по факту функционирует 9 и так далее. Отсутствуют учреждения культурного досуга различной направленности в пригородных поселках, таких как Альбурикент, Ленинкент, Силиндер, Сулак, Красноармейская и Талге. А это очень развивающиеся микрорайоны. И необходимо там хотя бы наличие библиотек, клубов и так далее. Среди первоочередных вопросов, требующих выполнения, можно выделить капитальный ремонт. Ну, я не буду останавливаться на этом. Вас же интересует проведение мероприятий. Я хотела бы остановиться на том, что помимо основной, значит, деятельности, Управление культуры и подведомственные ему учреждения принимают участие, активное участие в реализации региональных и федеральных проектов и программ. По итогам конкурсного отбора на создание модельных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» Центральная детская библиотека номер 1 централизованной библиотечной системы в минувшем году была признана победителем среди малых библиотек, и сумма субсидии в 2021 году из федерального бюджета составит 5 миллионов рублей. С целью реализации послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года Департаментом науки и образования Минкультуры Российской Федерации была принята заявка на проведение в текущем году капитального ремонта в детской школе искусств номер 3 имени Цурмилова на общую сумму 32 миллиона 105 тысяч рублей. 28 миллионов из федерального бюджета, 1 605 тысяч из местного бюджета и 1 525 тысяч из республиканского бюджета. В рамках региональной квоты и в целях реализации федерального проекта «Творческие люди», что являются проектами национального проекта «Культура», в 2019 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий на базах федеральных образовательных учреждений прошли обучение 53 преподавателя. В минувшем году 35 преподавателей и работников учреждений культуры. Пройдут в этом году также обучение 29 преподавателей. Я хотела бы остановиться также на теме развития туризма в нашей республике и, в частности, в столице нашей республики. Уже до меня несколько спикеров рассказали о природно-ресурсных, экономических, а также культурном потенциале нашей республики. Я все же остановлюсь на том, что, учитывая вот эти факты, реагировать на этнокультурные запросы как внутренних туристов, так и туристов
въезжающих в нашу республику, значит, необходимо развивать этнотуризм. То есть это и разнообразит и наши мероприятия, и посещаемость их, и также и изменит имидж нашей республики. Вот. Развитие этнотуризма как отдельного направления позволит привлекать иностранных туристов, уставших от стандартного представления о Дагестане, даст возможность регионам привлекать инвестиции, что является серьезным вкладом в социально-экономическое развитие территории. Сейчас настало время внедрения новых программ, создания продуктов и коллаборации со смежными отраслями, обеспечения путешественников не только комплексным обслуживанием на всех этапах, но и проработкой культурной программы. И этнопарки в этой связи сегодня являются одним из самых динамично развивающихся кластеров туристической индустрии. Это современная культурно-архитектурная дестинация, позволяющая концентрировать в себе образцы различных типичных традиционных культур регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также народов, населяющих Дагестан. Вот. Считаем, значит, извините. Считаем, значит, одним из перспективных. Нет, извините. Махачкала является городом республиканского значения, и, соответственно, необходимо сделать его привлекательным с учетом всех урбанистических тенденций не только для горожан, но и для гостей столицы, создать условия для организации культурного досуга. И создание этнопарка может стать серьезным направлением для продвижения туризма. Вот. Удовлетворить интерес наших соотечественников к изучению Северного Кавказа. И Махачкала, и Дагестан без такого проекта, без создания этнопарка, уже не может существовать. Тем более, что многие областные города России, не говоря уже о республиках, имеют свои интересные этнопарки, целые этнокультурные зоны. И считаем, что поселок Тарки является уникальной природной зоной, отдаленной от городского шумного центра, экологически чистой, с прекрасным ландшафтом, где можно, значит, построить данный этнопарк. Уникальность планируемого этнопарка обусловлена его расположением. Это замечательная смотровая площадка на горе с видом на море, подчеркивающая первозданность и величие природы. Расположение планируемого этнопарка вдали от транспортных магистралей сделает его экологически чистым, необходимым и востребованным. Парк должен быть многопрофильным, в нем необходимо сочетание элементов народной архитектуры и искусства. Вот. Данный проект был озвучен и обсуждался в работе стратегической сессии «Махачкала. Проблемы. Сегодня. Перспективы. Завтра» на слете суперфиналистов конкурса «Лидеры России 2020» проходящего в рамках 8-го межрегионального фестиваля народного творчества Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ. Единая семья». Вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. Да, спасибо большое за выступление. Скажу честно, оно мне понравилось вот таким практичным подходом к тому, не то чтобы презентовать культурный потенциал Махачкалы, но еще озвучить те предложения, которые помогут добиться и увеличения туристического потока, и внимания к республике в целом. И мне очень понравилась идея создания этнопарка, и если она будет реализована, я думаю, что от этого выиграют все. Еще раз огромное вам спасибо. А сейчас передаю слово вашему коллеге по культурному цеху Магомед Расулову, директору Аварского музыкально-драматического театра имени Садасы. Вы меня слышите? Да, Максим Викторович. Добрый день. Рады вас видеть и слышать на нашей конференции. Скажите, пожалуйста, сейчас в эпоху интернета, когда
и фильмы смотрят многие через интернет, и заочно посещают театры, не говоря уже о заказе продуктов на дом, не видно ли того, что внимание к театрам падает, не говоря же о том, что это, наверное, в принципе несправедливо, особенно учитывая, какой пласт культуры представляет каждый из театров, вне зависимости от направленности. Либо вам все-таки удается поддерживать интерес зрителей? Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу выразить благодарность за то, что пригласили к разговору, но вдвойне надо поблагодарить организаторов этого хорошего круглого стола по судьбе и перспективе развития нашего уникального края, имя которого Дагестан. Но дагестанские театры, давайте начнем с того, что это уникальное явление, во-первых, хотя потому, что на такой маленькой географическом в смысле этого слова площадки, базируются 12 театров, в том числе, самое интересное, 9 государственных национальных театров. Это редкое явление вообще искусства мирового уровня. И, естественно, наверное, нужно отметить то, что Дагестан успешно функционирует уже несколько лет, единственный в своем роде в России театр поэзии. Ну, понимаете, мы как бы всецело в общем театральном семействе Российской Федерации ощущаем те же самые проблемы, которые имеют, может быть, не имеют большие крупные театры, как Большой, МХАТ, Таганка и так далее, но 95-96% в целом театра Российской Федерации могут сказать, что те проблемы, которые я сейчас озвучу, имеющиеся в моем театре, имеют место быть и у них тоже. Да, вы правильно подметили, что сегодня век информационных технологий и век информатизации всего, что происходит вокруг человека, компьютеризации наших всех процессов жизни человека, во многом, конечно, неположительно влияют на развитие театрального искусства, хотя потому что театр – это такой объединяющий компонент, это аккумулятор всего рода культуры, где живую посетители, зрители могут приобщиться и к хореографическому искусству, и вокальному искусству, театральному, само собой. Могут лицезреть на сцене рядом с собой и традиции, и обычаи народов наших. То есть это действительно живая комната, живое общение со зрителем, в отличие от, допустим, телевидения и других видеоискусств. То, что негативно влияет на количество и рост зрителей в театральных учреждениях, эти процессы показали последние лет 10-15, очень реально и явно, хотя потому что подавляющее большинство населения сумели привлечь к своей жизни и интернет. Многие, я имею в виду молодежь, сутками сидят, значит, это пространство, и, естественно, некоторые даже не знают, что такое театр. Но, с другой стороны, пандемия, которая нас, к сожалению, весь мир окутал, реально показал, что все-таки намного человеку ближе, теплее, нужнее театр, живое общение, которое он может получить в театральных учреждениях, нежели то, что они могут лицезреть на экране телевизора, на мониторах компьютеров и телефонов. И на сегодняшний день, если взять даже пример наш театр, в январе, если в предыдущие годы мы с учетом и каникул новогодних, там, когда, может быть, детские представления давали, в определенной степени занижали количество постановок театральных, с учетом времени года и не столь, может быть, успешное, значит, решение вопросов и отопления там залов, и привлечение зрителей, потому что, вы знаете, влияет определенная степень и на транспорт, и на доступность учреждений культуры. В этом году, что удивительно, мы представили зрителю, смогли при полном аншлаге, а самое приятное, и, может быть, в какой-то мере неприятное, то, что
энное количество зрителей уходили, не доставив билет. Вот 9 спектаклей мы в январе и один концерт благотворительный сделали для тех, кто давно хотел выйти из дома и чуть-чуть пообщаться. Вот для этой категории людей мы сделали бесплатную концертную программу. То есть это говорит о том, что все-таки репертуарная работа, подбор, значит, хороших пьес, учет интересов зрителей во многом будет способствовать тому, что зала у нас не будет пустовать. Второе, что я хотел бы отметить, что очень сильно влияет на умы, прежде всего, наших соседей, которые, может быть, не так часто бывают в регионы, особенно для российского зрителя, который иногда приезжает в качестве туриста в регион. Вот летний период, очень много запросов бывает по телефону именно от зрителей приезжих. Можем ли посмотреть «Горянку» Расула Хамзатова? Можем ли посмотреть какую-то классическую вещь, которую они где-то вот в школьной программе, в вузовской программе имели возможность изучить и хотят на сцене, тем более на сцене Национального театра? И иногда бывает, что именно в августе, сентябре, октябре, вот эти месяцы, где наибольшее количество туристов потенциала республики прибывает, мы некоторые спектакли даем по заявке, по заказу, особенно гостей. И традиционно вот у нас наладился очень хороший контакт с соседними регионами. Мы туда вывозим театрализованную музыкальную программу, называется он «У очага наших предков». Вот такое ощущение, что мы как бы заранее готовились к юбилею республики, и вот в контексте этой программы мы на сцене показываем этапы развития Дагестана, этапы становления за назначение братских народов Северного Кавказа. Если мы едем, допустим, в Ингушетию, мы показываем вопросы связи культуры ингушского народа и Дагестана. Если мы едем, допустим, в Кабардино-Балкарию, то же самое мы показываем взаимодействие двух, трех, то есть кабардинского, балканского и дагестанских культур. И это, кстати, дает очень большие плоды. Естественно, участие принимаем в разных региональных фестивалях, федеральных фестивалях, театральных. И вот могу, с учетом темы, которую сегодня озвучим, сказать, что 25 февраля мы открываем в первой столице Дагестана, где было провозглашена автономия Дагестана, открываем новый большой дворец культуры, именно программа, посвященная столетию Дагестана. И еще один момент, который не могу обойти стороной, это то, что театр в своем развитии, наш один из старейших театров в регионе, в этом году, в прошлом году мы отметили 85-летие, шел ногу по историческому развитию с нашим Дагестаном, с нашей республикой. Хотя потому, что с 1943 по 1968 год театр базировался в городе Буйнакск, бывшего Тимирхан-Шоа, именно в том здании, где Иосиф Сталин провозгласил автономию Дагестана. И, видимо, с этой аурой мы до сих пор живем, хотя потому, что очень много постановок, посвященных культуре, этническому составляющему других народов. Очень много у нас бывает гостевых программ. Выходим на федеральную, значит, контактную систему. Допустим, у нас впервые, я думаю, что в регион даже, впервые два раза, значит, мы приглашали театр на Таганке, даже в сопровождении сына Владимира Семеновича Шостакова, Никиты, который несколько раз у нас в театре был, мы представляли один из лучших спектакли этого театра. И, естественно, в дальнейшем будем развивать поле взаимодействия с другими культурными центрами. И по максимуму будем стараться, чтобы через сцену Аварского театра, через наши постановки мы могли приобщить, прежде всего, гостей, туристов той традиционной культуры многовековой, которая имеет... Сегодня, да, спасибо большое. Сегодня мы говорим о столетии образования Дагестанской АССР и о вкладе вообще в развитие республики культуры, представителей культуры. Собственно, Дагестан всегда ассоциировался с богатым культурным наследием. Сейчас, когда республика во многом переживает новое рождение, есть необходимость
перезагрузки экономических и социальных процессов. На ваш взгляд, какой вклад именно учреждения культуры способны внести в то, чтобы республика опять звучала достойно так, как это было всегда, чтобы успешно решались ее проблемы? Ведь действительно здесь народная мудрость права не хлебом единым, то есть все-таки человеку нужно не только работать, но и удовлетворять культурные потребности, интеллектуальные. В этом плане как вернуть утраченные позиции, в том числе и культурными учреждениями, разумеется, не по их вине, как вы считаете? Ну, во-первых, надо дать должное предыдущим спикерам, которые говорили о развитии экономики, транспорта и далее. Но согласитесь, что без духовно и культурно подкованного гражданина, участника этих всех процессов, без образованного, значит, участника всех тех позитивных процессов, которые происходят не только в Дагестане, мы не можем говорить о перспективе развития даже этих отраслей. Естественно, и Министерство культуры, и сопутствующие перечные институты этой отрасли делают очень много для того, чтобы на базе тех традиционных культурных основ, наследия народов нашей республики, мы, прежде всего, занимались воспитанием достойного гражданина будущей нашей республики. Вы, наверное, знаете, что культура, само понятие культуры в Дагестане – это настолько глубокий, богатый, богатейший термин, что в зависть многим регионам не только России, но и мировых держав. На каком хорошем, великолепном уровне проходят международные фестивали горцы, значит, фестиваль русских театров зарубежных, ряд других акций показывают огромный интерес к Дагестану со стороны. С другой стороны, культурное наследие должно быть использовано и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, и не только учреждениях культуры, для того, чтобы воспитывать самые лучшие качества дагестанцев, россиянин, в каждом из нас. За 100 лет, конечно, была достигнута огромные были достигнуты успехи в развитии культуры республики. Во-первых, вы знаете, что первые же годы советской власти, наверное, это не секрет, во многих регионах Дагестана, в том числе Хунзах, Ахты, Дербенте, ряда крупных населенных пунктов существовали театральные кружки, народные театральные студии. В 1935 году, значит, вот первые три театра получили статус государственного. То есть это уже была основа того, что государственной политики в развитии театра, театральное искусство имеет хорошие плоды, и Аварский, Лакский и Кумукский театр получили статус государственного театра. Дальше уже пошло развитие остальных национальных театров. Академический ансамбль «Лезгинка», который является визитной карточкой культуры в мировом культурном пространстве. Ансамбль, государственный ансамбль танцев народов Кавказа, молодость Дагестана, которая базируется в Хасаюке. Государственный ансамбль танца и песни «Дагестан», который базируется в Махачкале. Такой же недавно возникший молодой коллектив, который в основном в своем репертуаре использует танцы южных наших народов, лезгин, татарстан, азербайджанцев, татар и других, это государственный танцевальный коллектив «Каспи». То есть эти коллективы являются как бы визитной карточкой за пределами Дагестана уже давно. Театральное развитие, я вам говорил, значит, какое внимание оказывается и Министерством культуры, и государством в развитии театральной услуги нашей республики. Наличие центра традиционной культуры, который имеет место быть в каждом районе города. Это новое явление вообще культурное в среде России. Хотя потому, что отсутствие возможности развития учреждений культуры на местах, отсутствие возможности обеспечить их определенной техникой. Особый голод ощущается в воспитании и выращивании кадров для отрасли культуры. В этой связи вот создание таких центров во многом спасает ситуацию по реализации культурной программы в районах и городах.
И культурный компонент, конечно же, мое и пожелание, прежде всего, людям, которые сегодня развивают туризм, без культурной составляющей сделать привлекательным Дагестан, привлекать сюда туристов, это невозможно. И, к сожалению, хочется обращаться к руководителям турагентств, и прежде всего российских, которые любят привозить туристов в Дагестан и местных, хотя бы чтобы они учитывали опыт работы государственных институтов культуры, государственных учреждений культуры, хотя бы где мы не даем возможность стилизовать некоторые культурные традиции, не даем возможность искажать те корни культурные, которые, на котором зиждилась культура Дагестана во многие века. И вот иногда бывает, что угоду кому-то значит, преподносятся не те традиционные для нашей культуры формы одежды, значит, какие-то праздники. Очень хотел бы, чтобы туристская индустрия, которая сегодня очень хочет развиваться, и мы, каждый из дагестанцев, правы говорить, что мы уникальный край, куда нужно привозить туристов. Чтобы турист понимал объективно, что такое дагестанская культура, значит, какие есть великолепные разновидности, какая глубокая историческая основа этой культуры, и чтобы мы могли, в первую очередь, показывать традиционную культуру, а не то, что мы сегодня стилизуем под влиянием Запада, под влиянием азиатских стран далее. И Магомед путь, в моем понимании, который да. проходил через Дагестан, который соединял транспортные значит, колонны и промышленные колонны, и торговые, и Восток с Европой. Сегодня, в первую очередь, больше влияния имеет и показывает археологические раскопки, как показывает артефакты, которые сегодня у нас есть, больше всего влияние имел на культурную составляющую Дагестана. И то, что сегодня мы имеем, лично это подтверждение того, что мы сильно не попали под влияние и европейской культуры, и азиатской культуры, при всем уважении к обоим направлениям развития культуры мирового. Но Дагестан – это особая специфика, которую надо изучать и популяризировать. Хотя бы вот через такие проекты, как делать журнал «Северный Кавказ» и другие федеральные СМИ, к сожалению, больше заняты выпячиванием тех негативных фактов, которые иногда происходят на территории республики, не только. Поэтому очень хотелось, чтобы мы информационное поле российское, дагестанское, чаще использовали для популяризации культурного наследия, тех великолепных фестивалей, которые проходят на территории республики, о которых очень мало, к сожалению, бывает информации в федеральных СМИ. Мы как бы ощущаем определенное ущемление, когда незначительные негативные факты неделями журналисты говорят, а почему-то умалчиваются великолепнейшие фестивали, традиционно-культурные значит, акции, которые проходят на территории Дагестана с участием больших зарубежных коллективов. Об этих фактах, к сожалению, не так хорошо сообщается, как хотелось бы. Магомед Расул Магомедович, большое вам спасибо за интересный рассказ и самое главное за те оценочные вещи, которые из ваших уст прозвучали. На мой взгляд, вот именно они даже больше важны для понимания места и роли культуры в жизни Дагестана, да, собственно, как и любого другого народа. Еще раз огромное вам спасибо. Сегодня, пожалуй, тот случай, когда из уст практически каждого спикера звучал термин «туристическая индустрия», то есть туризм, собственно, он в принципе сейчас очень популярен, эта тема очень популярна и активно обсуждается, но для Дагестана, как для одного из крупнейших регионов Северного Кавказа, это тема сейчас, что называется, особенно востребована и требует максимальной реализации. И я думаю, особенно подробно обсудить этот вопрос мы решили с генеральным директором Межрегионального центра общественных инициатив «Северный Кавказ» Кантемиром Алексеевичем Давыдовым. Я скажу, что центр, которым он руководит, уже 4 года
занимаются очень активно, очень целенаправленно изучением локальных туристических брендов Северного Кавказа в целом и Дагестана в частности. И я думаю, Кантемир Алексеевич нам в целом расскажет о том, чем интересно это исследование, а также заодно посвятит нас в кухню, в туристическую кухню Дагестана и то, какие же бренды популярны у россиян, у иностранцев, а мы, слушая его, сравним его ощущения и наши, где наши предпочтения совпадают, а где, может быть, мы узнаем что-то новое, неожиданное. Кантемир Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги, рад всех видеть. Очень люблю Дагестан, с Дагестаном меня, конечно, много связывает. Вот. В свое время, будучи в региональном центре МЧС России, очень часто бывал в субъекте. И первый раз, когда я летел на вертолете над Дагестаном, я, честно говоря, был поражен масштабу, как вам правильно сказать, восхищен, это не сказать ничего. Я летел и представлял, что можно в этой республике создать, потому что на сегодняшний день, я считаю, Дагестан это должен стать локомотивом развития внутреннего туризма. Не только на Северном Кавказе, но у него настолько огромный потенциал, что и в целом в России. Вот сегодня мы много спикеров отмечали информационную составляющую. Она очень важна. Но есть проблемы именно в подаче информации из региона. Не хватает качественных информационных поводов. Все мы знаем, кто занимается информационкой, что негативная информация, она, ну, так сложилась, что она очень востребована сегодня в информационной среде. Новости со знаком минус, они больше всего расходятся, они дают рейтинг. К сожалению, все стали, скажем так, пренебрегать этим инструментом. Криминальные позиции из Дагестана, ну, мне очень интересные, живые, и как их не раскручивать, вот и раскручивают. На самом деле, беда информационки в Дагестане в том, что, имея огромный потенциал, не создаются качественные информационные поводы, которые будут востребованы федеральными СМИ. Об этом мы уже много лет говорим, но и на форумах СМИ мы говорили об этом. Но как бы очень много команда Сергея Снегирева сделала для информационного продвижения республики. Но его ресурсов явно недостаточно. Ну, грубо говоря, Дагестан, да, 52 огромных района. Неужели в одном районе нельзя хотя бы раз в неделю создать, сформировать какой-то интересный информационный повод, который будет востребован? Фестивалями одними не накормишь информационные ресурсы. Вот, поэтому нужно создавать что-то интересное. Люди. В Дагестане огромное количество талантливых людей. Это и спортсмены, это люди, которые умеют делать своими руками совершенно потрясающие и уникальные вещи. Я не знаю, гастрономия. Ну, Дагестан – это кладезь на самом деле для информационки. Серьезной информационки для продвижения территории. Вот. Сегодня я хотел показать, мы выделили топ-20 брендов локальных, которые лидируют в социальной сети Instagram. И там будет для сравнения колонка, как эти же локальные бренды представлены в средствах массовой информации. Почему сеть Инстаграм? Потому что сеть Инстаграм номер один в Дагестане. Мы можем говорить о федеральных СМИ, мы можем говорить о чем угодно, но информация, которая запущена в сети Инстаграм в Дагестане, разойдется везде. Я отслеживаю дагестанские паблики, и
ну, скажу, шах и мат всем федеральным СМИ ставят любой из этих пабликов в Инстаграме по количеству зрителей, по количеству пользователей. Вот сейчас я выведу на экран вот эту вот картинку. Вот, у нас лидирует, ну, понятно, Махачкала, потому что, ну, огромный город, почти миллион населения. На втором месте Дербент. На третьем месте, я, честно говоря, мы когда делали исследование, я удивился. На третьем месте по популярности в сети Инстаграм оказалась гастрономия, чуду, дагестанский чуду. А вот, пожалуйста, на ровном месте, что называется, гастрономический бренд продвигается. Потом идут кубачи, кунзах, гунип. Но в средствах массовой информации картина уже немного меняется. У нас, ну, понятно, что Махачкала будет, Махачкала и Дербент, они будут безусловными лидерами, потому что очень много событий, очень много мероприятий там проводится. Но дальше у нас идет аул Гунип. Прекрасный бренд, очень неплохо раскручивается. Потенциал огромный, на самом деле, у горного Дагестана. Используя, скажем так, эти исследования, можно корректировать информационную политику как в средствах массовой информации, так и в социальных сетях. Здесь всего лишь топ-20. На сегодняшний день у меня где-то порядка 60 позиций, по которым Дагестан может работать. По сути, этих позиций может быть гораздо больше, потому что только 52 муниципальных района. Это огромное количество. В каждом из этих районов, ну, минимум по десятку локальных брендов можно собрать. И уже получится огромная картина, которую в информационном поле просто необходимо развивать, раскручивать ее. Опять, судя по количеству упоминаний в сети Инстаграм одного Дагестана, этого уже более чем достаточно для того, чтобы республика была, скажем так, на высоком уровне в социальных сетях. И вот я когда отслеживаю комментарии туристов, людей со стороны, мне приятно слышать восторженные отклики от Дагестана, но есть и здоровая часть негатива. В основном негатив связан с низким уровнем сервиса. И, ну, все мы знаем печальную историю с мусором в Дагестане. Если мы хотим развивать Дагестан, если мы хотим продвигать его в информационной среде хорошо, качественно, то нельзя это делать только по одному направлению. Информационная составляющая, это, если мы будем говорить, да, о маркетинговых коммуникациях, о продвижении республики, это маркетинг, то здесь должна работать вся система. То есть нельзя качественно продвигать информационку, не двигая ничего больше. Потому что люди, приехавшие в Дагестан, увидевшие кучу мусора или низкий уровень сервиса, больше не вернутся туда. Нужно, чтобы люди хотели возвращаться. К счастью, большинство пользователей с удовольствием хочет вернуться в Дагестан. Аутентичность республики, разнообразие культур, просто богатейший регион для развития туризма. Ты можешь попасть в горы, через 30 минут купаться в море, все рядом, все компактно. Все возможности есть у республики для развития туризма. В информационной среде, в принципе, несложно доработать. Очень интересный механизм использовал Сергей Снегирев. Это министр цифрового развития Дагестана.
по крайней мере, механизмы, которые там использованы, позволяют субъекту выходить в топы Яндекса. Все мы знаем, что большая часть людей пользуются поисковой системой Яндекс. И эти механизмы, конечно, нужно только дополнять и развивать в социальных сетях. Вот, на мой взгляд. Вот, это вкратце. Спасибо, Кантемир Алексеевич. Я знаю, что мы с вами этот вопрос обсуждали, что ваш центр теперь уже не намерен ограничиваться Северным Кавказом, но уже начал аналогичную работу проводить и в других федеральных округах. И я думаю, что здесь появится и уже появляется много новой информации. Если не возражаете, на наших следующих конференциях мы обсудим и развитие туризма в других макрорегионах страны. А сейчас я хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто принял участие в нашей сегодняшней дискуссии. Тема, на мой взгляд, была выбрана очень удачно. Регион Юбиляр заслуживает того, чтобы на новом этапе своего развития максимально реализовал свой потенциал и в экономике, и в социальной сфере, и в культуре, и в туризме, потому что, по-моему, не проходит ни одного федерального совещания, на котором бы Дагестан не звучал в качестве примера в том или ином направлении. И совершенно не вина республики в том, что в 90-е и в начале 2000-х годов Дагестан потерял позиции по многим направлениям. Но, коль скоро это случилось, сейчас необходимо делать все возможное, чтобы эти позиции восстановить. И я надеюсь, что в нашей сегодняшней конференции мы в этом внесли определенный вклад. Еще раз огромное спасибо всем нашим спикерам. Мы будем рады видеть на нашей площадке вас снова. До свидания. Всего хорошего.